Добрый день, дорогие друзья. Кто видит, слышит, пожалуйста, отзовитесь, плюсики поставьте, чтобы я знал, что меня видно, слышно, что я в эфире. Здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте, друзья. Кто видит, слышит, пожалуйста, поставьте плюсики, чтобы я знал, что можно начинать. Что у меня видно, что у всех связь нормально работает. Хорошо. Отлично, благодарю, благодарю. Значит, все видят, все слышат замечательно. Хорошо. Надеюсь, нас будет сегодня еще больше. Дорогие друзья, сегодня у нас очень-очень-очень интересная тема. Тема такая, без которой практически сложно жить на этом свете. Вот, во всяком случае, речь сегодня будет идти об органах, без которых жить в принципе вообще невозможно. И я бы сказал, основоположных органах нашего тела. Вот. Поэтому я рад поприветствовать всех, кто пришел. Вот. Давайте, давайте, уже скоро, скоро уже надо, пора уже переходить непосредственно к теме. Вот. Ну, давайте, пока там люди, я смотрю, собираются, приходят. 2 минутки я отвлекусь от темы и скажу, напомню, во-первых, что, друзья, помните, что у нас в прошлом году открылась школа здоровья, куда, конечно же, я вас приглашаю. YouTube, школа здоровья и гения Божьего, и нажимаете кнопочку и подписывайтесь. То есть там проблем нет, сейчас уже все это дело отработано, все хорошо работает. Вот эти несколько месяцев, прошедших с тех пор, как открылась школа здоровья почти полгода назад, вот, мы уже записали много-много тем, вот, и продолжаем открывать новые темы, запускать новые темы. Поэтому я думаю, что лет через несколько практически все темы здоровья мы уже охватим. Вот. Во всяком случае, самое главное там уже то, что беспокоит людей, это боль. У нас уже есть эта тема. Вы можете спокойненько смотреть и учиться, как снимать боли. Вы можете посмотреть тему по поводу того, что возраст не причина для старости, да? То есть посмотреть, как в любом возрасте быть не старым, как поддерживать свое тело в работоспособном состоянии. Вы можете посмотреть тему, откуда берутся здоровье. Вот, касательно сегодняшней нашего разговора, как раз тема «Здоровый живот», про работу головного мозга, про энергетику. Ну, в общем, мы работаем, работаем, работаем на ваше благо. И надеюсь, вот, вам это все пригодится и понравится, и вы будете этим пользоваться. Это самое главное. Главное – не только чтобы я вам давал информацию, важно, чтобы вы ее применяли для своей пользы, для своего здоровья. Ну вот, нас немножечко уже добавилось. Давайте, наверное, потихонечку уже переходить непосредственно к сегодняшней теме. Сегодня я хочу вам рассказать про печень, как часть печени, желчевыводящую систему. Вместе с ее частью, это желчным пузырем, который достаточно часто беспокоит людей. Вот, затронем вопрос неотъемлемой части этой же системы, это поджелудочной железы, про нее поговорим. Вот, ну и еще кое-что, пока подержу в тайне, еще кое-что потом расскажу. Ну и так давайте, наверное, начинать.
Ну, сначала, наверное, надо рассказать вообще, что такое печень желчевыводящей системы, для чего они, что и как. Печень вообще уникальный орган, уникальнейший, я бы сказал, орган нашего тела. Количество функций печени даже сложно перечислить. С одной стороны, это фильтр, детоксикация организма. Да? Почему? Потому что то, что мы съели, ну, поступает в кишечник, в кишечнике происходит всасывание, вот, и вот это все то, что всосалось в кишечнике, оно не просто разносится по всему телу, оно в первую очередь поступает в печень, вот, где проходит фильтрацию, то есть печень смотрит, определяет, что нужно, что не нужно, вот, и, соответственно, уже что ненужное все убирает, тормозит, выводит в качестве шлаков, инактивирует вот эти все гадости, которые вредны нам. Вот. А полезные, нужные вещества, которые должны поступить на питание наших клеток, она возвращает обратно в кровь, и, вот, соответственно, так оно все и работает. То есть вот мы начинаем такие, за счет этого мы живем. Это одна из уникальнейших функций печени. Вторая функция печени – это выработка желчи. Желчь, ну, даже это, наверное, самая последняя функция. То есть она самая такая наименее важная. Но желчь – это жидкость, которая растворяет у нас жиры. Именно поэтому, помните, чем мы, когда моем посуду, чем мы растворяем жиры? Щелочью, да? Щелочь как раз и является тем, что растворяет жиры. Вот. Поэтому желчь, она обладает большой-большой щелочностью. Вот. То есть, она щелочная, там сильная щелочная среда, и она растворяет жиры. Она для того и создана. То есть, если мы, помните, говорили, когда рассказывали про желудок, что в желудке растворяются, выделяются кислоты, кислоты разлагают белки, то есть основное переваривание белков идет именно за счет кислоты в желудке. Вот. А в 12-перстной кишке идет разложение жиров и углеводов. Так вот, жиры разлагаются как раз желчью, а углеводы разлагаются соками поджелудочной железы. Вот так все устроено. Вот. И самая, наверное, одна из самых главных, кроме детоксикации. Детоксикация, наверное, это самое главное. Вот. И еще одна, вторая по важности функция печени – это выработка ферментов, выработка веществ, которые нужны, просто необходимы для нашего организма. Это основной орган, который вырабатывает те вещества, которые, за счет которых мы живем вообще. Да? Ну вот в частности, например, как пример только, да, не единственный, но пример. У нас, мы говорили, что наше тело – это белково-жировая структура, да? Что у нас все тело состоит только из белков и жиров. Вот. Так вот, самый главный жир, ну, условно говоря, жир, который вырабатывается, он вырабатывается в печени, этот самый пресловутый холестерин, вокруг которого столько копий поломано. Да? Вот так вот, этот холестерин, 85% холестерина, который вообще бывает в нашем теле, вырабатывается непосредственно в нашей печени. Вот. Поэтому это очень важный компонент, потому что это наша структура. То есть мы наполовину состоим из него. Вот. Поэтому и он вырабатывается непосредственно в печени. То есть если печень перестает работать, соответственно, кучу проблем. Вот. Кроме того, печень вырабатывает не только ферменты, но еще и красящие вещества. Да? Ну, например, мы все знаем, что у нас есть такой пигмент, как меланин. Вот. Этот меланин тоже вырабатывается в печени. Кстати говоря, вот есть заболевание, которое связано с недостаточной, с неправильностью, с какими-то нарушениями выработки меланина. Вот. И когда у человека на коже такие депигментированные белые пятна.
то вот это заболевание как раз оно связано именно с нарушением функции печени. То есть там в печени проблема, и она недостаточно вырабатывает вот этого пигмента. Вот. То есть это все о печени. Печень – это вот настолько важная функция печени. Теперь структурно печень состоит из двух половинок. Вот. Они неравнозначные, но они как бы, может быть, примерно равнозначные по функции, но они существенно отличаются по размерам. Это левая доля печени, которая находится, ну, примерно посредине нашего тела, и там часть ее уходит даже влево сюда, левее немножко. И правая доля печени, которая находится непосредственно в правом подреберье у нас. Вот. Здесь сразу хочу сказать по поводу структуры. В нашей медицине существует море мифов. Мы с вами говорили, сказок, мифов. И вот одним из таких мифов неправильного понимания печени, устройства печени, является сказка о том, что вот если печень увеличена, значит, это какая-то болезнь. Да? Вот. То есть даже в пропедевтике внутренних болезней на третьем курсе врачи изучают там выстукивание и пальпацию печени. И она не должна выходить за край реберной дуги. Вот. Такое и есть. Так вот, на самом деле хитрость в чем? Печень – это вообще, поскольку основной задачей печени, мы говорили, является детоксикация, да? То есть, естественно, как любой орган, который призван проводить детоксикацию, печень очень-очень-очень устойчива к всевозможному токсическому воздействию. Ну, понятно, иначе как, да? Иначе она сама себя отравит. Вот. Так вот, соответственно, теоретически печень вообще неубиваемая, то есть убить ее невозможно. В одном из учебников по физиологии прочитал вот, и запомнил на всю жизнь такую фразу, что клетки печени в 400 раз более жизнеспособны, чем клетки других органов. Представляете, в 400 раз более жизнеспособны. То есть убить их невозможно. Возможно. Но возможно когда? Только в одной единственной ситуации. То есть вот просто когда все нормально, клетки печени неубиваемые. Да? Но вы скажете, а вот есть же какие-то заболевания, там тот же гепатит, там, гепатоз какой-нибудь жировой, там, еще что-то, да. Вот, а как они, откуда они берутся? А вот сейчас вот как раз это я хочу объяснить. Дело в том, что существует только одно единственное состояние, при котором клетки печени могут стать уязвимыми. То есть их можно убить. Это состояние – это венозный застой. Почему? Дело в том, что в печени двойная венозная система. Помните, мы говорили, что после того, как мы что-то поели, всасывается в кровь, и это попадает в печень. Так вот, это попадает в печень как раз по вене. Вена, которая отводит кровь от кишечника. Вот эта вена, вена порта, называется портальная система, да, венозная, она входит как раз в печень. Вот, потому что вот это все, что всосалось в кишечнике, оно должно пройти инактивацию, очистку в печени. Так вот, это одна венозная система. И в печени есть еще своя собственная венозная система. Да? То есть, ну, как и в любом органе, мы знаем, что кровь притекает к органу по артерии, а оттекает по вене. То есть есть еще вена, по которой оттекают собственные вот продукты жизнедеятельности печени. Вот. То есть получается в печени двойная венозная система. И, соответственно, когда там или там где-то идет какое-то нарушение, это нарушение, но мы сейчас чуть-чуть позже коснемся, причин и возможностей, как это возможно нарушить. Когда происходит какое-то нарушение, то, соответственно, достаточно легкое, самое легкое, легкий вариант, который может быть нарушить работу печени, это венозный застой, потому что там двойная венозная система. Вот. И когда происходит венозный застой, естественно, как и любой орган, в котором как бы, приток есть, а отток нарушен, да? Что будет с органом? Будет увеличиваться. Да? Ну, как мы говорили, там, возьмите шарик
Да? Наливайте туда воду и выливайте воду. Вот если вы будете наливать, но не будете выливать, шарик будет раздуваться. Вот то же самое происходит с любым органом, в том числе с печенью. Если нарушается венозный отток, то печень увеличивается. И, соответственно, только единственный вариант, когда печень увеличивается, это когда нарушен венозный отток. По-другому печень увеличиваться не может. К сожалению, наши врачи об этом не знают. Их учат совсем по-другому. Так вот, любое увеличение печени причиной имеет только один единственный фактор – нарушение венозного оттока. Вот. Дорогие доктора, пожалуйста, запомните, почему это важно? А потому что нарушение венозного оттока вы можете убрать элементарно просто, да, одним упражнением за пару минут буквально. То есть вы можете вот эту увеличенную печень уменьшить тут же за 2 минуты. Вот. Опять-таки это открытие для врачей, они этого не знают. Нет. Оно потому что они не понимают механизм, как это все, что и откуда. Они думают, что печень растет. На самом деле просто венозный застой, поэтому она увеличена. Так вот, это увеличение убрать легко и просто. Чем? Помпажом. Есть такая целительница в Новосибирске. Вот, она назвала эту систему помпаж. Вот. Поэтому я как бы ее термином пользуюсь. Вот, то есть механизм очень простой. То есть вы берете ребра, да, то есть печень находится справа под ребрами. Значит, вы берете ребра, сжимаете их вот так ладошками и потом резко отпускаете. Сжимаете и резко отпускаете, сжимаете и резко отпускаете. И так 30-40 раз. За это время вы вот этот венозный застой как бы прокачиваете, как по помпой прокачиваете застоявшуюся кровь венозную. Да? Вот. И таким образом печень сразу же за 2 минуты уменьшается в своем объеме и опять уходит под ребра. Вот таким легким способом вы сами можете без применения лекарств буквально за 2 минуты восстановить работоспособность своей печени. Потому что мы говорили, что как раз именно вот тогда, когда происходит венозный застой, клетки печени становятся уязвимыми. Вот только в этом состоянии они могут быть чем-то поражены. Теми же самыми вирусами. Да? Вирус гепатита есть? Есть. Там вот несколько форм гепатита у нас выделяют, да, там А, Б, С, на самом деле еще там есть гепатиты. Вот. Но и все эти гепатиты, все эти вирусы, возбудители гепатитов, они будут работать только в том случае, если у человека венозный застой. Если у человека нет венозного застоя, то печень неуязвима, и никакой вирус гепатита ее не победит и не убьет, никакого гепатита не будет. Вот так все устроено в нашем теле, потому что печень неубиваемый орган. Вот. Это вот первый вариант, когда как можно нарушить нормальную работу клеток печени. И, соответственно, как восстановить в такой ситуации. Вот. И второй вариант, есть еще один вариант, когда нормальную работу печени можно нарушить. Вот. Мы о нем когда-то говорили уже, но сейчас я повторюсь, потому что тема такая, что здесь важно, печень, это очень важная система в печени, естественно, это кровоснабжение. Как и любой орган, для того, чтобы любой орган нормально работал, он в первую очередь должен хорошо кровоснабжаться. Вот. Это первое, самое главное. Да? То есть орган должен кровоснабжаться. Кровоснабжение печени идет через артерию печени, через печеночную артерию. Отходит она от аорты, от брюшной аорты, от верхней части брюшной аорты. То есть вот у нас, помните, есть диафрагма, мышца, которая разделяет грудную полость и брюшную полость. Да? Вот. Соответственно, вверху над диафрагмой прямо сразу находится сердце. От сердца идет аорта. Вот так, грудная часть аорты, и потом, когда она проходит через диафрагму, под диафрагмой вот эта вся часть аорты называется брюшная аорта. И все органы брюшной полости получают кровоснабжение из брюшной аорты, отсюда. Вот. И печень здесь не является исключением, а артерия, которая кровоснабжает печень, тоже идет здесь. Находится все это прямо сразу здесь под диафрагмой. Вот мы сказали, диафрагма – это мышца, которая разделяет грудную и брюшную полости.
И прямо под диафрагмой как раз находится вот и желудок, поджелудочная железа, и печень, и тут же как раз и вот эти артерии, которые всех их кровоснабжают. Так вот, напомню, что мы когда-то в свое время вам с вами говорили, что существует такая проблема, как кифоз, усиленный грудной кифоз, когда человек ходит не пряменько вот так, вот, а вот так сильно-сильно согнувшись. Это даже не сутулившись, а именно за счет позвоночника согнувшись. Да? Вот. Почему это происходит? Это происходит очень просто, потому что косточки стоят так, как и держат мышцы. Они не сами по себе как хотят, так и стоят. Да? И если спинка вот такая прямая, это говорит о том, что вот здесь напряжение мышц такое же, как с этой стороны. Да? Вот. А если вот так вот, вот согнут позвоночник, то это о чем говорит? О том, что напряжение вот здесь, по внутренней стороне, гораздо больше, мышечное напряжение, гораздо больше, выше, чем мышцы с этой стороны. Соответственно, они, те мышцы, которые сильнее напряжены, они на себя косточки перетягивают. И получается вот такое положение позвоночника. Так вот, когда вот это, человек с вот такой спиной, это визуальная характеристика. А что на самом деле происходит? А на самом деле вот здесь вот спереди получается перегрузка. Мышцы зажаты, забиты. Да? Но в этом же месте проходит как раз аорта брюшная. И от нее тут же в этом же месте, где напряжены мышцы, отходят артерии, которые кровоснабжают желудок, артерии, которые кровоснабжают поджелудочную железу, артерии, которые кровоснабжают печень, артерии, которые кровоснабжают селезенку. Все вот здесь же, прямо в этом же напряженном месте. Понимаете как? Естественно, когда здесь создается вот это избыточное напряжение, вот, которое можно диагностировать внешне просто по вот такой спине, да, вот, достаточно посмотреть, что у человека вот такая спина, и уже понятно, что у него вот здесь будут проблемы. То есть не нужно к бабке ходить, не нужно МРТ делать, там 10 тысяч анализов сдавать, не нужно ничего. Нужно просто посмотреть, как стоит человек. Если он стоит прямо, здесь у него проблем нет. А если он стоит вот так, вот здесь у него наверняка будут проблемы. Да? Другое дело, что это как, на какой уровень развития этих проблем будет. Это зависит от времени накопления этих проблем. Да? То есть если молодой человек, может быть, у него будет все нормально. Вот. А если это уже человек в возрасте в определенном, то как минимум у него будут хронические заболевания этих органов. А если человек еще более старый, то у него может это достичь уже даже онкологии, онкологического уже перерождения этих органов. И все только из-за того, что вот он вот так стоит, и здесь напряжено и нарушено кровоснабжение. Так вот, вторая возможность нарушить кровоснабжение печени, нарушить работу печени – это возможность через нарушение ее кровоснабжения. Да? Вот. И, как правило, это вот как раз люди с вот такими согнутыми спинами. Вот. То есть это вот такая спина – это уже показатель того, что печень нормально не кровоснабжается. И вот на этом фоне уже возникают такие проблемы, как цирроз печени, жировой гепатоз печени, что еще там? Кисты печени. Почему? Потому что киста – это место, где ткань атрофировалась. Да? То есть нарушен приток крови к этому месту, к этому участку. И ткани здесь отмирают. Отмирают, образуется дырка, полость. Вот это и есть киста. То есть все кисты всегда во всех органах, печени в том числе, это следствие недостаточности кровоснабжения. Да? Ну, кроме кист паразитарных, да, например, если эхинококк, в печени бывают еще эхинококки, то есть паразиты, глисты, которые живут в таких капсулах. Это тоже называется киста, эхинококковая киста. Вот таким образом гемангиомы тоже могут расти в печени, это тоже следствие недостаточности кровоснабжения печени. Значит, что нужно сделать, чтобы восстановить приток крови к печени? Ну, первое, мы сказали, спина. Да? Если, то есть посмотреть, повернуться, подойти к зеркалу и посмотреть на себя сбоку. Да? А если у вас спина вот такая, значит, вам жизненно необходимо ее выпрямить. Делается это совершенно несложно. Нужно в течение 2 месяцев просто полежать 15 минут в день.
Не просто, конечно, полежать. Вот. А полежать на книжках, ну, на чем-то, на какой-то подставочке. Смысл в чем? Берете стопочку книг, ну, начинать там, у кого какое, какая степень согнутости в кифоза вот этого в грудном отделе, нужно, берете стопочку книг, ну, от 10 до 15 сантиметров высотой. Вот. Ну, можете начать с 10. Вот. Кладете ее на пол и самым выпуклым местом на своей спине ложитесь на эту стопку книг, вот так. Вот легли, вот стопочка книг, вот. Вы на нее легли самым выпуклым местом на своей спине. Голову вот так опускаете вниз, кладете ее затылком на пол и руки поднимаете вот так вверх, они тоже лежат вот так и туда к полу стремятся. И вот так в таком положении с опущенной вниз головой и задранными вверх руками вот, полежать нужно не меньше 15 минут. Один раз в день будет достаточно. Когда хотите. Хотите утром, хотите днем, хотите вечером. От приема пищи не зависит. Можете до еды, можете после еды. Вот. От сна тоже не зависит. Когда вам угодно. Но хотя бы раз в день, чтобы вы 15 минут полежали вот так на книжках. Если вы это будете делать, то 2 месяца вам выше крыши хватит для того, чтобы ваш позвоночник из вот такого согнутого стал прямым. То есть вы расслабляете вот эти мышцы таким способом, да, и эти мышцы вы расслабляются. И тогда вы не только получаете прямую красивую спинку, вы еще получаете нормализацию кровоснабжения вот этих органов. Желудок, поджелудочная железа, печень и селезенка. Вот. Вот такой уникальный эффект вы получите только от того, что 15 минут в день полежите. Но не просто полежите. Так вот, вот таким простейшим способом вы имеете возможность, опять-таки, без всяких исследований, обследований, врачей, лекарств, вы убрать проблему в своих внутренних органах. И самое главное, в таком внутреннем органе, жизненно необходимом внутреннем органе, как печень. Это основной наш орган, за счет которого мы живем. Иногда даже возникает такое ощущение, что ой, голову-то можно было бы убрать, а вот печень-то нужна. Вот. То есть без печени жить невозможно. Вот, вот, вот 2 способа. Первый мы сказали, это помпаж печени, да, который позволяет убрать застой венозный в печени. И второй способ, как убрать, восстановить кровоснабжение, это лежание на книжках. Вот пользуйтесь, друзья мои, кому нужно, пожалуйста, и будете здоровыми. Вот, вот хотя бы в этом отношении. Ну, пойдем дальше. Мы сказали причины основных проблем, которые возникают в печени. Но, как мы сказали, одной из функций печени является еще и желчевыделение. То есть желчь – это та самая жидкость, которая растворяет на жиры в нашем кишечнике, в нашей 12-перстной кишке. Вот. А растворяет для чего? Для того, чтобы мы их усвоили. То есть мы чужие, печень, чужие жиры, которые мы потребляем, неважно, растительные, животные, она их разлагает. Разлагает на их составные части, которые всасываются, из которых потом наше тело уже само строит свои собственные жиры. Вот так все устроено. Ну и, соответственно, эта желчевыводящая система, ну как и любая система, тоже может от чего-либо страдать. А здесь проблем несколько может быть. Это может быть камнеобразование в желчеводящей системе. Ну, чаще всего камни начинают откладываться в желчном пузыре в самом. Да? То есть мы знаем, что есть желчные протоки, по которым желчь, которая синтезируется клетками печени, она собирается вместе, оттекает. Вот, и вообще она должна выходить в 12-перстную кишку, в специальном месте, там сфинктер Одди называется. Так вот, но перед тем, она же не постоянно туда должна просачиваться, да? То есть она складируется, как бы собирается, концентрируется в одном месте, на которое называется желчный пузырь. И потом, когда мы начинаем есть, вот, происходит рефлекторный спазм желчного пузыря, открытие
сфинктера Оди, и желчь выбрасывается из желчного пузыря уже в 12-перстную кишку в ответ на прием какой-то пищи, но чаще всего жирной пищи, да, потому что смысл желчи в том, чтобы растворить жиры. Вот. То есть вот так все устроено. Но мы знаем, бывают всевозможные перекруты желчного пузыря, там желчный пузырь в форме песочных часов. Мы знаем, что бывает болезнь Жильбера, когда у человека по якобы неизвестной причине, неизвестной для нашей медицины причине, идет повышение билирубина в крови. Билирубин – это фермент, составляющий фермент как раз желчи. Вот. То есть вот такие вещи бывают. Бывает камнеобразование, бывает воспаление желчного пузыря, холецистит. Да? Вот. Откуда это все берется и, соответственно, как это все убрать? Ну, на самом деле, друзья мои, все достаточно несложно. Мы, помните, говорили, что все болезни от, правильно, от нервов. Именно так устроено наше тело. Почему? Потому что мы говорили, что когда мы что-то делаем, у нас напрягаются только те мышцы, которые осуществляют какую-то работу, которую мы делаем. А когда мы нервничаем, у нас напрягаются все абсолютно мышцы нашего тела. Все. И наша скелетная мускулатура, и гладкие мышцы наших внутренних органов, и мышцы глаз, и мышцы ушей, и все-все-все мышцы, вплоть до, помните, как это, волосы дыбом встали, да, почему? Потому что там есть тоже мышцы, которые поднимают волосы дыбом. Так вот, когда мы нервничаем, у нас работают все мышцы напрягаются. Гормоны стресса вызывают все тотальное мышечное напряжение. И в том числе напряжение мышц, которые находятся в этой самой желчевыводящей системе. Но там хитрость в чем? Ну вот в кишечнике, например, вот идет трубка кишечная, да? Мышцы вот так вот расположены, кольцеобразно. Да? И когда идет перистальтика, она вот здесь сжалась, а потом вот так вот, здесь опять вот она вот так вот, идет. То есть как бы волна спазма идет и передвигает пищевой комок. А в желчевыводящей системе вот трубочка, да, мышцы расположены вот так вот, спиралеобразно получается. Вот. И когда напрягаются мышцы в желчевыводящей системе, вот эта трубочка, она не просто вот так сжимается, она вот так скручивается. Да? И тогда мы на УЗИ или на рентгеновском снимке видим желчный пузырь в форме песочных часов, да? Видим вот эти вот скрутки. Вот. Но, опять-таки, врачам никто не говорил, что это функциональное состояние. И они прямо сразу же сделали снимочек и лепят диагноз. Пузырь в форме песочных часов. Все. И этот диагноз у вас пожизненно. На самом деле, вот вы понервничали, у вас пузырь спазмировался. Существует методика снятия, расслабления этого желчных протоков и желчного пузыря. Вот здесь у нас правая рука, на правой руке, на тыльной поверхности, на третьем и четвертом пальце, вот, на тыльной поверхности, на ногтевой, да, существует так называемый меридиан малый меридиан желчного пузыря. Прямо посерединке вот так вот и этого пальца, и этого, третьего, четвертого пальца. И если вы после того, как понервничали, сделали снимочек, посмотрели, о, у вас там желчный пузырь в форме песочных часов. Вы взяли вот так два пальчика и вот так от ногтя вниз вот так поводили по ним 30-40 раз, вот, сделали такой массаж этих двух пальчиков, да? 30-40 раз от ногтя вниз вот так в одном направлении. Угу. И после этого пошли и сделали еще раз снимочек своего желчного пузыря. И он у вас уже будет нормальным, кругленьким. Вот этого желчного, песочных часов уже не будет. Делается это все, говорю, буквально за минуту. Но врачи об этом не знают, им об этом никто не рассказывал. Поэтому они лепят диагноз, и этот диагноз остается пожизненно. На самом деле все вот эти спазмы желчевыводящей системы функциональные. То есть они спазмировались, потом расслабились. Спазмировались, расслабились. Естественно, что чем больше человек нервничает,
тем больше они у него спазмируются. И тем дольше они остаются в спазмированном состоянии. Вот. Но если голова у вас есть, вы теперь посмотрели этот вебинар, и вы теперь знаете, как с помощью рефлекторной техники совершенно спокойно в течение минуты расслабить свои желчевыводящие пути. А почему это важно? А важно это по одной простой причине. Потому что желчь – это, мы говорили, раствор. Да? Раствор, в котором много-много-много всего растворено. Так вот, это перенасыщенный раствор. А перенасыщенный раствор, если он не движется, он стоит, он начинает выпадать в осадок. Хитрость в чем? Так вот, вот эти самые желчные камни, камни в желчном пузыре, они выпадают тогда, когда желчь стоит. Никогда она движется. Когда движется, они не выпадают. Она не выпадает в осадок. А вот когда желчь стоит, она начинает выпадать в осадок. И камнеобразование идет только тогда, когда есть спазмы вот этих желчевыводящих путей. Поэтому камнеобразование – это следствие нервотрепок, следствие стрессов. Да? Потому что мы говорили, все болезни от нервов. И спазмы желчевыводящей системы, желчевыводящих путей и желчного пузыря идут именно тогда, когда человек нервничает. Вот. Именно это способствует отложению камней в желчном пузыре. Вот как это все, этот механизм устроен. Соответственно, а что делать? Первое, я вам сказал, расслаблять желчевыводящую систему. А второе, не нервничать. Или если понервничали, мы с вами тоже говорили уже об этом и не один раз, что стресс должен быть отработан физической нагрузкой до пота. Понервничали, дайте любую физическую нагрузку так, чтобы вы вспотели. Вспотели, все, стресс отработан. Можете быть спокойны, больше уже вашему желчному пузырю ничего не грозит. И всем остальным органам тоже. В том числе стенкам сосудов. Да? Холестериновые бляшки откладываться не будут, если вы после стресса физически отработали до пота. Вот, выброс этих гормонов. Вот. Таким образом, вы можете предупредить камнеобразование в желчевыводящей системе. Когда камни там находятся долго в желчном пузыре, естественно, стенки желчного пузыря на это реагируют. Образуется воспаление стенок желчного пузыря, так называемый холецистит. Чаще всего, в 99%, этот холецистит причиной имеют именно камни. Поэтому самое распространенное – это именно калькулезный холецистит. Вот. Наша медицина, к сожалению, к великому, придерживается принципа «нет органа – нет проблемы». Да? Поэтому если выпали камни в желчном пузыре, никто не озадачивается тем, чтобы их оттуда убрать, просто берут и отрезают желчный пузырь и выкидывают. Ну его нафиг. Типа того, и без него можно жить. Можно? Можно. Но очень много возникает проблем. У кого как, понятное дело, это зависит от адаптационной системы. Если у человека хорошая система, то организм справляется и может жить и без желчного пузыря. Но у большинства людей с возрастом адаптационные способности снижаются и возникают проблемы. Почему? Потому что желчный пузырь – это не просто так какой-то лишний орган, как, к сожалению, учат наших врачей. Это очень важный орган. Он регулирует работу практически всего желудочно-кишечного тракта. То есть это желчный пузырь – это тот дирижер, который машет палочкой, и благодаря которому наш желудочно-кишечный тракт играет слаженную мелодию. Если мы убираем желчного пузыря, желчный пузырь, вот этого дирижера нет, и тогда вместо слаженной красивой мелодии наш желудочно-кишечный тракт будет играть какофонию, а не мелодию. Вот, к сожалению, так оно и получается. Вот. И эта какофония, естественно, приводит к всевозможным нарушениям. Но наших врачей это не волнует. Почему? Да я же не у себя удалил, я же у него удалил. Вот. То есть, если бы они у себя удаляли, тогда да, тогда бы они 10 раз подумали. Вот. А у других, пожалуйста, отрезал и все. Все нормально, идите. Убрали у вас камни в желчном пузыре. Ну ладно, это наша медицина, ничего не поделаешь.
Но вы должны понимать, что ваше здоровье – это ваша проблема. Да? Не перекладывать ее на врачей. Почему? Во-первых, потому что это ваша проблема. Врачу вообще пофиг, по большому счету, что там у вас. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, потому что система, которая обучает врачей, она не заинтересована в том, чтобы люди были здоровы. Поэтому врачей учат всему не так, как оно есть на самом деле. Вот. На самом деле их не лечить учат, а совсем наоборот. Вот. Но, естественно, им говорят, что мы вас научили лечить. Идите и лечите. И врач искренне, честно идет и лечит назначением лекарств, оперируя, отрезая органы направо и налево. Вот. Но людям от этого, к сожалению, лучше не будет. Ну, идем дальше. Идем дальше. Мы поговорили про печень, проговорили про желчный пузырь, желчевыводящую систему. Вот. Так вот, существует, да, если камни уже есть, да, вот мы уже образовались, мы поговорили, как сделать, чтобы они не образовывались, ну, а если уже есть, куда их деть, да, деть, да? На самом деле существует такой препарат. Даже не знаю вообще, говорить, называть его или не называть. Почему? Потому что, когда фирма, которая начала выпускать этот травяной препарат, там где-то порядка 30 трав, то есть фитопрепарат, начали выпускать, он очень хорошо работал. Этот препарат, который растворяет камни в печени. Вот. И даже в почках он тоже хорошо работал. То есть препарат, который растворяет камни, да? То есть не дробит их, как у нас принято в медицине, не врезает, а растворяет. И камни растворяются, и желчный пузырь остается без камней. Так вот, когда сколько-то там, не знаю, лет 15-20 назад его начали выпускать, этот препарат, он выпускался в форме в бутылочке, такая темная густая жидкость, и он очень хорошо работал. Он действительно, я узнал об этом препарате, от пациентов. То есть я как-то вообще давно-давно уже лекарствами не занимаюсь. И тут так получилось, что от одного пациента узнал, что я убрал у себя камни вот с помощью вот этого. Другой сказал, третий. Я заинтересовался. Вот, нашел человека, который был вот этот, он мне показал эту бутылочку, вот, посмотрел, в интернете нашел, что это такое. Очень интересно. Производитель был питерская какая-то фармкомпания, производила его. Вот. И этот препарат тогда хорошо работал. Последние годы, я не знаю, уже лет 10, наверное, к сожалению, эта компания, ну, простите за слово, скурвилась, да, и вот в такой форме этот препарат не выпускает. Теперь они его начали гнать в таблетках и в капсулах. И от тех же самых пациентов я слышу, что в таблетках и в капсулах этот препарат не работает. Он камни не растворяет. Вот, к сожалению, так осуществляется знаменитая американская формула «бизнес и ничего личного». Вот, вот так вот по этому пути, к сожалению, идут многие наши компании. Вот. Та же фирма «Арго» по этому же пути пошла, да, это ей в упрек. Вот, тоже начала вместо качественных препаратов выпускать некачественные. Вот. Ну и эта вот ленинградская компания тоже вместо препарата, который работает, начали выпускать неработающий препарат, но зато в 3 раза дороже. Вот. Единственное, могу сказать, что недавно мне один из пациентов сообщил, что какая-то другая компания, не знаю какая, не смотрел в интернете, поэтому даже не буду говорить, но он сказал, что начали выпускать такой же препарат под таким же названием, но работающий. Какая-то другая компания, не знаю кто, но кому нужно залезть в интернет, я думаю, что терпение, труд, все перетрут, найдете, если понадобится. То есть все-таки какой-то препарат есть, существует, который растворяет камни в желчном пузыре. То есть вот можете им воспользоваться. В любом случае, это будет гораздо лучше, чем делать операцию и удалять желчный пузырь. Понятно. Так, что идем дальше? Хорошо, я назову этот препарат. Он называется литолизин. Литос – это камень, лизис – растворять. То есть так и называется литолизин, препарат, растворяющий камни. Да? Вот.
Но сразу говорю, только не питерской компании. Вот. Дробить лазером камни в желчном пузыре – это тоже такая же глупость, как и отрезать желчный пузырь. Ну, это лучше, чем операция, лучше, чем удалять желчный пузырь. Вот. Но на самом деле наверняка существуют способы именно растворения, это гораздо, гораздо лучше. Вот. Да, пролежни бывают в желчном пузыре из-за камней, поэтому я говорю, камнеобразование проще предупредить, чем потом убирать. Поэтому работайте с меридианом с малым меридианом желчного пузыря и снимайте стресс физической нагрузкой. Так будет лучше. Идем дальше. В том же месте, где в 12-перстной кишке выходит проток от желчного пузыря, желчный проток, в этом же месте выходит проток от поджелудочной железы. Но мы знаем, что поджелудочная железа – это орган двойной функции. С одной стороны, это орган секреторный, который выделяет желудочные ферменты, которые помогают пищеварению в тонкой кишке. Этот же орган выделяет гормоны, которые помогают и участвуют в усвоении углеводов. Мы говорили, что желудок растворяет белки, печень, желчь растворяет жиры, а поджелудочная железа, ее соки растворяют углеводы. Вот. То есть она в этом процессе участвует. И помимо этого, еще поджелудочная железа выступает как орган внутренней секреции. То есть это эндокринный орган, который не только выпускает наружу в 12-перстную кишку свои секреты, но и в кровь. То есть это еще эндокринная железа. Вот. То тоже очень важная функция 12-перстной кишки. Поджелудочной железы, простите. Так вот, здесь еще важен какой момент. Очень многие знают, что когда мы нервничаем, мы стресс заедаем, да, и очень часто люди заедают, не просто заедают что-то поесть, а именно сладким. Знаете почему? Потому что гормоны стресса, вообще вся гормональная система, надо будет вообще как-нибудь, когда-нибудь проведем вебинар на эту тему по поводу гормональной системы. Очень сложно, очень хитро, но настолько все это увязано одно на другое. И все вопросы, кстати говоря, похудения или, наоборот, полноты, они тоже завязаны на гормональную систему в той или иной степени. Вопросы питания тоже завязаны на гормональную систему. Так вот, едим мы после того, как понервничаем, и особенно сладкого хочется, по одной простой причине. Потому что гормоны стресса стимулируют выработку инсулина. Вот. Поэтому избыточное количество инсулина как раз и требует его гасить, избыток инсулина гасить сахаром, с глюкозой. Да? Поэтому человеку хочется поесть, и особенно поесть чего-то сладкого. Поэтому многие люди, если перенесли стресс какой-то, они приходят домой и начинают есть там конфетки, шоколадки, пирожные и так далее, и так далее. Именно по этой самой причине. Вот. Так вот, вот такая такой орган – это поджелудочная железа. Ну, про болезни поджелудочной железы, такие как диабет первого и второго типа, мы с вами говорили, поэтому я сегодня, наверное, не буду повторяться. Но есть еще одно заболевание, которое беспокоит достаточно часто людей. Это заболевание называется панкреатит. Панкреатит, панкреас – это желчная, поджелудочная железа. Значит, панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. Вот откуда оно берется? Ну, наша медицина делает вид, что типа не знаем. На самом деле элементарно просто. Воспаление поджелудочной железы происходит, в нем участвуют два фактора. Первый фактор – это
Тот фактор, который вызывает как раз диабет первого, второго типа, стимулирует его развитие, это напряжение брюшины, потому что у нас поджелудочная железа находится, тело и головка ее лежат внутри брюшины, то есть в полости в брюшной, а хвост, в котором находятся как раз клетки Лангерганса, которые вырабатывают инсулин, вот, находятся за брюшиной, то есть хвост поджелудочной железы проходит через брюшину. И когда брюшина напряжена, она передавливает артерию, которая идет же здесь же, в этом хвосте, да, и, соответственно, нарушается нормально кровоснабжение хвоста поджелудочной железы. И именно этот механизм и приводит основной, то есть как бы участвующий там несколько механизмов, но основной именно этот, к образованию диабета и первого, и второго типа. Ну, в образовании диабета второго типа участвуют еще проблемы в печени. Вот, так вот, панкреатит – это развивается тогда, когда нарушается кровоснабжение поджелудочной железы. И второй механизм, который участвует в развитии панкреатита – это спазм вот этого сфинктера Оди. Помните, мы говорили, что 12-перстная кишка, и в ней, вот в сфинктере Оди вместе выходит желчевыводящая система, то есть желчь из желчного пузыря, и проток поджелудочной железы. Они вместе вот в этом сфинктере выходят. И если происходит спазм 12-перстной кишки, соответственно, спазм вот этих выходов, то тогда нарушается выход ферментов из поджелудочной железы. Они остаются в самой поджелудочной железе и начинают переваривать сами себя. Начинают убивать клетки самой поджелудочной железы. Вот это и есть основной механизм образования панкреатита, воспаления поджелудочной железы. Соответственно, что здесь нужно сделать? Один маленький экскурс. В свое время, когда работал еще в Иркутске, занимался мануальной терапией, у меня была пациентка, которая пролежала в факультетской клинике в Иркутске, есть государственный медицинский университет Иркутский. И там есть клиника, естественно, там терапевтическая клиника, там неврологическая клиника нервных болезней и так далее, и так далее. Вот она пролежала в клинике медуниверситета с холециститом 21 день. Ну, там уже были стандарты в то время, уже дольше держать нельзя, ее выписали, но приступы болевые человека при этом чаще всего беспокоит боль. Боль приступами, приступообразная боль. Вот. И она как была, вот как она легла когда в клинику, у нее было там порядка 20 болевых приступов за сутки. Представляете себе? 20, причем там приступы такие, как при камнях в почках, там на стену лезешь. Очень сильная боль. Вот. Вот как она поступила с этими 20 приступами, так ее прокапали, пролечили, и она с этими же 20 приступами в сутки ее и выписали через 21 день. Представляете? Вот, ну, это так наша медицина лечит. Вот. Вот. Вообще клиника в медуниверситете в Иркутском очень хорошая, вот, но это стандартные врачи, это стандартный протокол. Они сделали, что там написано, а больше они не знают, что делать. Вот. И выписали ее. И ко мне она попала с этой же проблемой, со слезами на глазах, говорит, я не знаю, что мне делать. Что я сделал? Я взял ручками, поработал, расслабил все ткани в области желудка, поджелудочной железы, да, то есть вот в верхней половине брюшной полости, ручками, да. Вот, вот это все расслабил, провел так называемую висцеральную терапию. Вот. На следующий день она пришла довольная, счастливая. Она говорит, у меня было всего 2 приступа. То есть у человека, представляете, с 20 до 2 за один раз, да, за один раз работы. Вот это из висцеральной терапии. Вот. И второй раз я поработал, и все. Мы договорились, что если будет еще что-то беспокоить, она придет. Вот. Она не пришла, значит, больше ничего не беспокоило. То есть за 2 раза, не за 21 день, как в клинике, а за 2 раза работы руками, вот, это проблема, панкреатит, лечится и убирается легко и просто. Вот. Вот, поэтому как вы можете убрать лекарствами, я говорить не буду, потому что, ну, во-первых, потому что это очень малоэффективно, а во-вторых, потому что лекарство гораздо больше калечит, чем лечит. То есть вы, принимая лекарства, вы больше вреда нанесете, чем
получите пользу от них. Поэтому даже не буду разбирать о том, как панкреатит лечить лекарства. Вот. Вот таким образом устроена система, которая выходит в 12-перстную кишку, и с помощью которой вы как раз можете вот, нормализовать работу вот этих своих двух очень важных органов. Вот. Ну, естественно, поскольку эта система завязана на 12-перстную кишку, вот, а 12-перстная кишка, как мы говорили, всегда завязана на работу кишечника, то есть эти системы работают все вместе. Поэтому очень важно не только там, лечить печень или лечить поджелудочную железу. Естественно, очень важно еще обратить внимание и сделать нормальную работу желудка и 12-перстной кишки. Это тоже очень важные органы, и их нельзя отрывать от печени и от поджелудочной железы. Вот, таким образом все устроено. Теперь плавненько так мы подошли к тому, что я хочу вам сказать, что в школе здоровья мы открыли маленький курс для тех, кто хочет научиться вот этой самой висцеральной терапии самому себе. То есть существует в Москве, существует школа знаменитого у нас человека Александра Тимофеевича Агулова, который в основном у нас основная висцеральная терапия, обучение у нас идет вот у него, у Агулова Александра Тимофеевича. В Москве у него своя школа, там ассоциация висцеральных терапевтов организована. Очень хороший, порядочный человек. И у него, вот он как бы эксперт в плане работы с висцеральными органами. Вот, то есть он лучше, чем он, вряд ли кто-то у нас в нашей стране этим занимается. Вот. Но есть еще, это он учит, обучает, как вообще проводить висцеральную терапию кому-то, да, обучает врачей, людей, которые будут работать с кем-то. Вот. А мы вам предлагаем другое. Мы вам предлагаем самый висцеральный массаж, да, то есть как вы своими собственными ручками можете привести свой собственный живот в порядок. Вот, вот такой вот, вот маленький курсик мы вам предлагаем, если вы хотите этому научиться. Сложного ничего нет, сразу говорю. То есть как-то для того, чтобы этому научиться, нужно просто желание, нужно ручки, даже одной достаточно. Если вдруг у кого-то второй нет, одной достаточно. Вот. И, конечно, нужен живот. Вот. Вот все, что нужно для того, чтобы этому научиться. Ну и главное желание, конечно. Было бы желание, да, остальное все придет. Так вот, мы вам даем возможность. Вот. А если есть желание, ну, значит, тогда, пожалуйста, вперед из песни. Вот. Дело в том, что есть в древнерусском языке слово «живот» означало «жизнь», да, и как тот же самый Александр Тимофеевич говорит, что на самом деле все проблемы начинаются с живота. Я могу только полностью подтвердить его слова. Так оно примерно и есть. И даже, как он говорит, многие психические заболевания, то есть или психологические заболевания, тоже идут из живота. Почему? Потому что там огромная-огромная система нервной ткани в нашем кишечнике. Да? Вот. И как говорит Наталья Зубарева, что кишечник – это второй мозг, вот, а даже, может быть, и первый, а головной – это второй. Вот такое мнение тоже есть. Ну, в общем, наверное, оно тоже недалеко от истины. Во всяком случае, имеет под собой ну, достаточно серьезную научную основу. Да, поэтому у нас в животе очень-очень много очень важных процессов. Соответственно, живот нужно поддерживать в порядке. Любое напряжение живота, да, напряжение брюшины, оболочки, которая окружает органы живота, оно вызывает нарушение, нарушает работу внутренних вот этих наших органов в животе. Вот. Поэтому очень-очень много проблем возникает именно из-за этого. Поэтому если вам удастся научиться работать со своим животом, ну, вы будете просто бог и царь в своем животе, в своем организме. Вот, вот таким образом все устроено. Вот, поэтому приглашаю, приходите на
курс самовисцерального массажа, пожалуйста. Вот, научим вас, как работать со своим животом. Причем все органы, которые здесь в области живота находятся, со всеми ими можно работать, даже с почками. То есть вы можете расслаблять почки. А помните, мы говорили, что когда давление 200 и выше, это проблема почечная. Так вот, эта проблема, как раз снижение такого высокого давления, оно реализуется, ее убрать можно, как раз работая с почками, вот с помощью висцерального массажа. Это тоже вот все позволяет сделать. Ну ладно. Кажется, все, что я должен был сегодня вам рассказать на этом вебинаре, я рассказал. Вот. А теперь перехожу к вопросам и попробую ответить на вопросы, которые вы задали. Так. Вопрос такой, есть ли связь нарушения сердечного ритма от возможных проблем с печенью и с желчным пузырем? Ну, дело в том, что сердце – это орган, который кровоснабжает все другие органы. Соответственно, при проблеме в каких-то органах, которые завязаны каким-то образом на нарушение кровоснабжения этих органов, будет страдать и сердце тоже. Думаю, что ритм здесь в меньшей степени завязан, но, опять-таки, когда сердце не справляется, когда сердце относительно слабое, то есть должно быть, например, нужно вот так сокращать, а оно только вот так сокращается, да? Ну, реально, больше не может, вот. То тогда тоже будут нарушения и ритма тоже. Вот. Поэтому может такое быть, сказать, что всегда это завязано на сердце, нет, но может быть такое. Гастроэнтеролог назначает ферменты. Можно ли их пить кратковременно? Спазмируется сфинктер Оди. Расслабляю руками сама, но это помогает ненадолго. Да, конечно, кратковременно, там разово можно выпить ферменты? Можно, но опять-таки эффект тоже будет разовый. Да? Поэтому нужно убирать причину. А причина, если спазмируется сфинктер Оди, потом расслабляете, но он помогает ненадолго. То не, почему не помогает ненадолго? Потому что вы не расслабили 12-перстную кишку и желудок. Вот отсюда причина. Поэтому вам надо расслабить желудок, 12-перстную кишку, и тогда сфинктер Оди тоже будет расслабляться. Да. Противопоказания к самовисцеральному массажу? Ну, даже не знаю. Ну, наверное, только дурная голова. Почему? Потому что есть такая поговорка: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Да? Вот. Так и тут тоже. Если вы с умом будете аккуратненько, будете работать со своим животом, то я думаю, что противопоказаний никаких практически нету. Даже камни желчного пузыря не будут являться противопоказанием для того, чтобы поработать с животом. Но если вы со всей пролетарской ненависти начнете туда давить, вот, и там порвете кишку себе, да, ну, это проблема дурной головы, а не системы, не висцерального массажа. Вот. Поэтому здесь, вот, наверное, единственное противопоказание – это когда у человека в голове что-то не так. Вот. Так. Кто не успел на вебинар, завтра будет в записи. Я не знаю, хороший препарат фосфоглиф или нет, потому что я уже озвучил и несколько раз уже повторил, что я лекарствами не лечу. Поэтому я не могу давать оценки каким-то лекарствам. Можно ли убрать совсем или уменьшить фиброз печени? Конечно, можно. Что такое фиброз печени? Фиброз печени – это, опять-таки, следствие недостаточности кровоснабжения. То есть практически то же самое, что цирроз. Вот. Восстановите приток крови к печени, и это все будет. И печени, клеточки начнут расти. Печень восстанавливается, как и любой наш орган. Вот. Так, что еще? Возможно ли излечение синдрома Жильбера? Как нормализовать билирубин? Конечно, возможно. Но, друзья мои, смотрите, почему билирубин попадает в кровь? Только потому, что нарушается отток желчи.
Вот когда желчь стоит, ее избыток, тогда избыток вот этого билирубина из желчи всасывается в кровь. И получается так называемая болезнь Жильбера. Вот. Или доброкачественная гипербилирубинемия. Почему она так называется доброкачественная? Потому что есть еще злокачественная гипербилирубинемия, то есть желтуха. Вот. То есть то же самое, когда желчь застаивается. Но уже по другой причине. Поэтому можно, конечно, можно. То есть, чтобы убрать синдром Жильбера без таблеток, нужно восстановить отток желчи. То есть уберите то, что мешает оттоку желчи, и все будет нормально. А мешает в первую очередь спазм желчевыводящих путей. Второе – спазм сфинктера Одди, то есть спазм 12-перстной кишки и желудка, разумеется. От чего и то, и другое, и третье? Только от того, что человек нервничает. Поэтому мы уже говорили – нагрузка до пота. Так, дальше идем. Опять куда-то что-то прыгает. Да, в курсе «Здоровый живот» есть этот висцеральный массаж. Об этом и идет речь, по-моему, да. То же самое. После еды в течение 3-4 часов держится тяжесть в животе, чувствую себя как аквариум, боли по центру, под правым ребром. В чем может быть проблема? Холестерин 7,3,2. Холестерин к этому отношения не имеет. Опять-таки стрессы. Вы любите нервничать. А одним из органов, которые у нас реагируют на наши стрессы, является желудок. Вот. Поэтому он и спазмируется. Поэтому вот это все и стоит, и держится, и нарушена функция. Помните, мы говорили, что желудок и 12-перстная кишка работают в противофазе. Да? Когда один напряжен, другой должен быть расслаблен. Вот. Так, а тут получается ситуация, когда подержишь, и то, и другое спазмируется. И, как правило, еще и диафрагма тут участвует в этом безобразии. Поэтому снимайте стрессы, все болезни от нервов. Как лечить гастроэзофагальную рефлюксную болезнь? Вот. То же самое. Вот. Расслабить диафрагму, расслабить желудок, расслабить 12-перстную кишку. Что посоветуете при асците? При асците дело в том, что асцит – это осложнение, которое возникает тогда, когда печень все-таки убита. То есть это крайний вариант, когда уже печень уже вообще работать не может, возникает асцит. Почему? Потому что, помните, мы говорили, что отток венозной крови от кишечника, от всего кишечника идет через вену, которая идет в печень. Да? Вот так должен происходить. В случае, если печень нарушена, убита, разрушена, уже настолько, что она уже не может отрабатывать вот эту венозную кровь, то тогда включается компенсаторный механизм, который вместо того, чтобы гнать в печень вот эту венозную кровь, все вещества пускает в лимфу. И эта лимфа просачивается в брюшную полость. Вот таким образом возникает асцит. То есть асцит – это пропотевание лимфы из кишечника в брюшную полость, потому что нарушен венозный отток. Это заболевание, это уже как бы конечная стадия огромной проблемы печени. Я не знаю, можно ли вообще вот на этом этапе уже печень восстановить, но в любом случае, если у человека есть такое дело, уже терять нечего, поэтому нужно просто брать и восстанавливать печень. Первое – восстанавливать печень, мы говорили, помпаж, и второе – восстанавливать печень, кровоснабжение, то есть убрать все то, что нарушает кровоснабжение печени. То есть вот я бы пошел таким путем. Загиб желчного пузыря – это тоже спазмированный желчный пузырь. Это то же самое. Вот. Связано именно с вот этим напряжением. Убирается, я сказал, как. Возможно ли записаться к вам на консультацию в Пятигорск в марте? Возможно. Вы можете организатору написать, но только это может быть либо конец марта, либо начало апреля. То есть не обязательно это будет именно в марте. То есть вот где-то конец марта, начало апреля, в этот период. Но вы позвоните организатору, запишитесь, чтобы попросите, чтобы она предупредила вас, когда я там буду. Да, пожалуйста, конечно.
Когда человек заболел воспалением легких, можно делать диафрагмальное дыхание, но в первую очередь нужно сделать бронходренаж. У меня есть упражнение для бронходренажа. То есть нужно выводить оттуда все токсины, которые туда попали, из-за которых возникло воспаление. Это первое. Второе. Если воспаление, сказали, так называемого от коронавируса, от так называемого коронавируса, да, то есть оно связано с тромбозом сосудов, то это воспаление лечится в первую очередь пиявкой. То есть нужно сделать, убрать, рассосать вот эти тромбы в легких. То есть должен быть какой-то препарат, который действительно буквально рассасывает тромбы. Вот. То есть это самый простой вариант однократно поставить пиявку на пупок. Висцеральный массаж онлайн будет в школе здоровья в онлайн-режиме. Вы можете посмотреть, мы записали, как это делается. Вы можете зайти и купить этот ролик и самому учиться. В Москве и в Питере я буду проводить очное обучение. Вот тоже можно у организаторов, пожалуйста, записываться. Там будет очно, да. Угу. Что можно сделать при тошноте утром до еды? Ну, надо посмотреть, в чем проблема. Скорее всего, что это тот же самый спазм желудка и двенадцатиперстной кишки. Соответственно, нужно их расслабить. Опять-таки, висцералка. Самый простой способ расслабить желудок и двенадцатиперстную кишку – руками, висцералкой. Да. Почему я говорю, ребята, это очень важно научиться работать со своим животом. Это вам пригодится на всю жизнь. Этому детей в школе надо учить по-хорошему, потому что это здоровье. Я не знаю, что еще может быть более важно. Вот. Почему врачи при камнях в желчном не рекомендуют есть жирное? Вот хороший вопрос. Очень просто, потому что мы говорили, что желчь разлагает жиры. Соответственно, выброс желчи в двенадцатиперстную кишку идет в ответ на приемы жира. Да? Когда вы едите жирное, начинается выброс желчи. А если у вас камни, и камни среднего размера, да, то тогда они могут застрять в желчевыводящих протоках и образовать уже потом, то есть спазмироваться желчный проток, и камень там остается, и тогда только оперативным путем такая проблема решается. Вот. Поэтому врачи не рекомендуют есть жирное при калькулезе желчного пузыря. Вот. Но там хитрость в чем? Если камни маленькие, до 3 мм, да, вот, то от того, что вы поедите жирного, вы только улучшите отток желчи, соответственно, избавитесь от этих камней. А если камни большие, больше 8 мм, вот, то тоже они не попадут в желчные протоки, потому что желчные протоки меньше. Вот. И, соответственно, вы не ухудшите ничего, и тоже можно есть жирное. А вот если камни от 3 до 8 миллиметров, то вот такие камни, реально начав выходить из желчного пузыря, могут застрять в протоках в желчных. Вот при таких камнях, конечно, не рекомендуется есть жирное. То есть вот именно так конкретно, если уже брать, да? Как избавиться от очень сильной изжоги? Она постоянная, после каждого приема еды. Это непорядки с печенью или желчным. Изжога – это заброс содержимого желудка в пищевод. То есть либо это избыточное выделение в желудке кислоты, и избыток заброс идет в пищевод. Либо, что чаще всего бывает, это нарушение вот этого так называемого кардиального сфинктера желудка, между желудком и пищеводом, который расширен, открыт, и поэтому идет заброс желудочного содержимого в пищевод. Что чаще всего и бывает. А это всегда связано с напряжением желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому в любом случае нужно проработать диафрагму, расслабить, желудок расслабить и двенадцатиперстную кишку. Ой, вопрос задают. Ваш любимый препарат для разжижения тромбов? У меня нету любимого препарата для разжижения тромбов. Мой любимый способ разжижения тромбов – это пиявка.
А препарата я не буду называть, потому что, к сожалению, все эти средства, они небезопасны и гораздо проще, дешевле и, главное, наименее вредно просто поставить пиявку. Вот. Почему я сказал так называемый коронавирус? Потому что на самом деле вот те пневмонии, которые связаны с тромбозом легких, они к коронавирусу отношения не имеют. Они вызываются совершенно другими причинами. Вот, не буду их называть здесь, но их и вызывает не коронавирус. Это их приписывают коронавирусу. На самом деле это коронавирус в отношении не имеет. А тошнота после лечения антибиотиками. Чем можно помочь? Ну, во-первых, как я уже говорил, восстановить, расслабить нормальную работу желудка и 12-перстной кишки. А во-вторых, обязательно после приема антибиотиков, если уже вы сделали такую глупость, что пропили антибиотики, так вам надо обязательно восстанавливать микрофлору кишечника. И делается это не за неделю. Это нужно не минимум несколько месяцев. У знакомой было СИТ 4-й стадии, терять нечего, прокололи методом Капустина каждые 2 дня, после 3-го укола из пупка пошла жидкость, асцит ушел, появился аппетит. Ну, я не знаю, это какие-то сказки, то есть, ну, я понимаю, что там что-то может быть, но асцит – это всегда следствие проблемы в печени. От того, что вы прокололи, убрали асцит, вы проблемы в печени не решили. То есть надо решать проблемы в печени, и потом тогда уже, соответственно, и асцит, как вторичное. Может ли при гепатозе печени быть боль в правом боку? Вот понимаете, меня всегда смешит и удивляет диагноз гепатоз. Вот гепатит, понятно, да? А что такое гепатоз? Вообще, что подразумевается под гепатозом? Вот артроз, понятно, а здесь артрит, воспаление, артроз, понятно. Гепатоз – это ни о чем. То есть гепатоз – это, ну, какое-то нарушение работы печени. Какое? С чем связано? А Бог его знает. Гепатоз. То есть это, ну, фактически диагноз гепатоз – это врач поставил свою подпись по тем, что я вообще не понимаю, что происходит. Вот то же самое называется гепатоз. Поэтому я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Гемангиома лечится. Гемангиома – это тоже следствие недостаточности притока крови к органу. В любых органах, в том числе и печени. Поэтому, да, если вы восстановите приток крови в печени, то через какое-то время, не мгновенно, не на завтра, да, но через какое-то время гемангиома тоже уйдет. Да. Планируете ли вы приехать в Пермь? Ну, пока не приглашают больше. Поэтому пока не планирую. Если удален желчный, могут образоваться камни в протоках печени? Конечно, могут. Конечно. Я почему всегда и говорю. Вот врачи, к сожалению, не думают. Понимаете, им, у другого человека вырезать легко. Да? У себя-то вот вряд ли кто-то будет полезет вырезать, удалять желчный пузырь. Но ведь действительно, когда удаляют желчный пузырь, причина-то ведь, камни образования-то, она же остается. Ведь удалением желчного пузыря вы причину не убираете. А причина то, что человек нервничает, и у него постоянно идет спазм. И желчь все равно будет стоять, да. И она будет состаиваться теперь уже не в пузыре, а в протоках. И там будут выпадать камни. И люди от этого умирают. От тромбирования, от камнеобразования в желчных путях. Да. Умирают от этого. Я знаю только один единственный случай, когда, ну это вот просто мне известно, да, один случай, когда врачи сделали повторно операцию. Первый раз удалили желчный пузырь, а потом через какое-то время у этой женщины, которую удалили желчный пузырь, образовались камни уже в протоках, и они повторно прооперировали. И я думаю, что только потому, что эта женщина была сама врач, которая работала в их же отделении. Вот. И они своего же прооперировали второй раз. Вот единственный случай, который мне известен. Вообще обычно по второму разу уже никто печень не оперирует. Люди от этого умирают. Да. А что вы хотите? Медицина. Я же говорю по-американски. Да? Бизнес и ничего личного. Жировой гепатоз. Как помочь печени?
Я уже сказал, жировой гепатоз – это проблема недостатка притока крови. Восстановите кровоснабжение. Как вылечить диффузный стеноз? Честно говоря, я не знаю, что такое диффузный стеноз, поэтому я не могу вам сказать. Чем лучше восстановить микрофлору? Ну, насчет микрофлоры мы с вами давно уже много раз говорили, что я рекомендую вам покупать вот эти бактерии, которые должны у нас там жить и работать в кишечнике, не в человеческой аптеке, а в ветеринарной. Вот, во-первых, вам это обойдется раз в 10 дешевле, а во-вторых, потому что вы действительно получите те бактерии, которые работают, а не абы что. Потому что статистика говорит о том, что 90% лекарств в человеческой аптеке поддельные, контрафактные. Да? В свое время, лет, наверное, 5 назад или 6, была огромная-огромная статья в центральной прессе по поводу того, что в скольких-то московских аптеках были исследованы лекарства, и оказалось, что там больше 90% лекарств в этих аптеках контрафактные, которые сделаны неизвестно чего и работают неизвестно как. Поэтому в человеческих аптеках вообще покупать ничего нельзя. А в ветеринарных пока еще можно. Пока ветеринарных животных пока никто убивать не собирается, пока они всем нужны. Поэтому для них все делается настоящее и работающее. Поэтому можно купить препарат Витом-1 в ветеринарной аптеке и использовать его как раз как бактерии, которые восстанавливают бактериальную микрофлору нашего кишечника. Вот. Как после химиотерапии восстановить печень и другие органы? Ой-ой-ой, ну очень сложно. Химиотерапия, ведь что такое химиотерапия? Это лечение ядом, да? То есть вас травят ядом, говорят вам, что травят в первую очередь опухоль, якобы, да, на самом деле травят в первую очередь вас. Вот. Ну, заодно, может быть, немножко частично и опухоль. Но в основном это все ваше тело. Поэтому... всегда говорил, химиотерапия – это метод лечения, не лечение, а метод убийства людей. Ну, если вы уже начали лечиться химиотерапией, ну, конечно, как-то надо восстанавливаться. Ну, в первую очередь, выводить эти яды из вашего организма, да, то есть чистить кишечник, чистить кровь. Это шант пракшалана, это всевозможные сорбенты для чистки тонкой кишки, клизмы для чистки толстой кишки. И для печени, самый простой способ восстановления печени – это неделю не давать на нее нагрузку. Да? То есть есть только что-то немножко, понемножку, и что-то такое, то, что не нагружает печень по чуть-чуть в течение недели. Вот, то есть совсем немного. И, естественно, не принимать никаких едов. Не курить, не алкоголь, в общем, ничего, что разрушает печень. Если вы уменьшите нагрузку на печень, то за неделю она сама себя восстанавливает. То есть вот можно вот это использовать. Почему забрасывается желчь в желудок? Желчь в желудок забрасывается потому, что идет, мы говорили, дисбаланс между желудком и 12-перстной кишкой. Соответственно, нужно их расслабить, тогда не будет желчь забрасываться в желудок. Пульсация в пупке должна быть. Но чем меньше напряжена брюшина, тем меньше и слабее эта пульсация. А чем больше напряжена брюшина, тем сильнее эта пульсация. Витом-1 надо пить где-то 1,5-2 месяца. Очень частое периодическое жжение за грудиной в районе сердца, похожее на изжогу, независимо от приема пищи. Что это может быть? Это может быть проблема с сердцем. Помните, мы говорили, что приступ стенокардии как раз вот тоже может быть жжение именно здесь, за грудиной, в области сердца. Проведите эксперимент. Вот возьмите пальчики вот так, да, и по часовой стрелке вот напротив сердца вот так покрутите, поактивируйте вот этот самый четвертый сердечный центр. Вот. Если там, ну, секунд 20-30, если за это время вот это жжение уйдет, значит, это, я вас поздравляю, у вас стенокардия и проблема с кровоснабжением сердечной мышцы. Значит,
кровоснабжением и, соответственно, энергоснабжением. Да? Вот, и вам просто жизненно необходимо заняться активацией своего четвертого сердечного энергетического центра. Вот. Ну, если не хотите получить инфаркт. Вот. А если же не уйдет, значит, можете расслабиться, и если Женя после того, как вы это поделали, останется, все, ничего не изменится, значит, можете расслабиться, что сердцем у вас все в порядке, вот, и ничего здесь уже не будет. Значит, проблема какая-то другая. Скорее всего, что это может быть заброс из желудка в пищевод. Опять-таки, мы говорили, это связано со спазмом желудка и 12-перстной кишкой. Паразитоз может ли быть причиной спазма сфинктера Оди? Маловероятно. То есть теоретически можно такое предположить, но для того, чтобы это произошло, у вас вся 12-перстная кишка должна быть забита паразитами. Обычно так не бывает. Вот. Единственное, что бывает, лямблии. Лямблии в желчном пузыре. Да, вот. Но тогда и проблема будет не в сфинктере Оди, вот, а проблема будет где-то в спазме уже в желчных протоках. Вот. Вот такое может быть, да. А сфинктер Оди завязан напрямую на тонус, то есть тонус сфинктера Оди завязан напрямую на тонус 12-перстной кишки. Вот. Пиявку в пупок ставить не опасно? Нет, не опасно, только надо не в пупок, а рядом с пупком, на живот. Отрыжка, чем можно помочь и вредно ли это? Ну, отрыжка возникает, мы говорили уже, из-за спазма диафрагмы, вот отрыжка воздуха, и, соответственно, тоже несбалансированности работы желудка. Поэтому, соответственно, надо все то же самое, надо расслаблять эти органы. У дочери постоянно после еды отрыжка. Но здесь еще может быть момент какой. Иногда люди, когда едят, заглатывают воздух. И тогда у них после еды тоже будет отрыжка. То есть вот такой момент тоже есть. Болит желудок после еды, примерно через час, спазмами. Ну, это опять-таки надо расслаблять желудок и 12-перстную кишку. Ребята, ручками работать надо. Да. Либо вы к кому-то идите, кто умеет делать висцеральный массаж или висцеротерапию, работать руками, да, вот. Либо сами научитесь. Ну, нет других вариантов. Там сложного-то ничего нет. Как вылечить хронический пиелонефрит, цистит и уретрит? Это не тема сегодняшнего дня, простите, сейчас не буду отвечать. Врачи говорят, что фиброз не лечится, а вы рекомендуете увеличить не отток крови, а приток крови. Вот. Врачи у нас много чего говорят. Ну, например, мой любимый пример. Врачи-ортопеды говорят, что боль в пятке, так называемая шпора, из-за того, что там вырос пяточной кости. Вот якобы этот вырост вам дает боль, и единственный способ убрать это только отрезать. Это врачи говорят, их так учат. А я, например, вам скажу, что боль дает не этот вырост, а боль дает напряжение сухожилия подошвенного, которое к этому выросту прикрепляется. Расслабьте сухожилие с помощью растяжки икроножной мышцы, и боль уйдет. Вот я говорю так. Ну, кому хотите, тому и верьте. А вообще, один большой человек говорил, практика – критерий истины. Вы можете попробовать сделать то, что говорит один врач, и посмотреть, какой будет результат. И сделать то, что говорит другой врач, и посмотреть, какой будет результат. Да? Ну, и где будет результат, там, соответственно, тому врачу и будете верить. Поэтому я не спорю, можете мне не верить. Я много чего говорю, того, что врачи не говорят. Вот. Ну, это выбор за вами. Хотите – верьте, хотите – нет. А лучше всего проверить. Гепатит С можно вылечить? Можно, гепатит С лечится точно так же, как я говорю, почему причиной гепатита любого является венозный застой. Соответственно, чтобы убрался гепатит, нужно убрать венозный застой. Помпаж печени. Каждый день, там 2-3 раза в день делать, за 2-3 недели вы избавитесь от гепатита С. Горечь бывает после завтрака. Откуда спазмы? Спокойная. Ну и что вы спокойная? Вы, может быть, внешне спокойная, а внутри все напряжено. Горечь – это всегда заброс с 12-перстной кишки в желудок и, соответственно, сюда, если во рту, значит, в рот. То есть это, опять-таки, нарушение этого баланса. Расслабляйте желудок, расслабляйте 12-перстную кишку. Гепатит лечится? Лечится.
Висцеральный массаж поможет при цистоцеле. Что такое цистоцеле? Честно говоря, не знаю, поэтому не могу сказать. Висцеральный массаж нормализует и восстанавливает нормальную работу всех органов живота. Вот что он делает. Поэтому с его помощью вы можете нормализовать работу органов. Да? Если в каком-то органе образовался какой-то, ну там, я не знаю, какое-то новое, то есть структурные изменения произошли, вот, то если эти структурные изменения обратимы, а вы нормализуете работу этого органа, соответственно, эти изменения уйдут. А если они необратимы, ну, значит, конечно, не уйдут. Поэтому как бы панацеи вообще не существует. Но существуют хорошие и удобные и полезные способы лечения. Боль в левом подреберье. Это болит поджелудочная. Как убрать? Это может быть поджелудочная. Чаще всего хвост поджелудочный. Соответственно, нужно расслабить. И расслабить брюшину, и расслабить непосредственно саму поджелудочную. А может быть еще, если немножко ближе к наружу, к стороне, да, вот если ближе к середине, это поджелудочная. Если ближе к краю туда, то это может быть еще и селезенка. А селезенка, венозная система селезенки связана с венозной системой печени. Поэтому при застое венозном в печени, в селезенке тоже образуется венозный застой. Вот. Поэтому вот этот помпаж, он и делается с двух сторон. Вот. То есть вы прокачиваете и селезенку, венозную систему и в селезенке, и в печени. Аутоиммунный гепатит тоже можно вылечить помпажем. Я, честно говоря, ни разу не слышал, чтобы гепатит был аутоиммунным. Вот аутоиммунные заболевания вы можете посмотреть на канале «Исцеляйся сам». У меня есть, я рассказывал про аутоиммунные заболевания, как их вылечить. Вот, если это действительно аутоиммунный гепатит, то непосредственно гепатит – это помпаж, да? Вот, а аутоиммунные заболевания, посмотрите, как лечится. Вот, вы можете поделать и то, и другое. Ну, если действительно аутоиммунный, да, будет эффект. Если желчный пузырь удален, то как восстановить перистальтику кишечника? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаете как, вот в книжных магазинах сейчас продается книжка Наталья Зубарева. Наталья Зубарева, по-моему, называется, если я не ошибаюсь, «Кишка всему голова». Вот. Посмотрите, она там очень хорошо рассказывает, раскрывает эту тему. Вот. Можете найти ответы на свои вопросы. Про хилые сухожилия отвечать не буду, тем более воспаления не бывает, сказки не рассказывайте. А расслабить вы можете с помощью растяжки. Боль в правом подреберье. Как убрать? Вот чаще всего боль в правом подреберье вызывается нарушением оттока желчи, то есть или спазмом желчевыводящих путей или желчного пузыря. Соответственно, нужно расслабить желчные желчеводящие пути и пузырь. Вот. Или можно с помощью висцералки туда надавить и там тоже немножко помассировать и расслабить. Вот. Очень хорошо боль там убирается таким способом. Да, Елизавета, правильно, благодарю вас. Вот ссылочку. Елизавета дала ссылочку на аутоиммунные болезни и на онкологию. Можете посмотреть. Там об этом как раз все рассказываю. После лечения эпистархоза страдает иммунка. Можно ли помочь? Можно. Почему страдает иммунка? Потому что любой паразитоз лечится ядами, да, то есть вы убиваете себя. Значит, соответственно, после лечения эпистархоза вам надо восстанавливать свой кишечник, потому что кишечник – это основной наш иммунный орган. Соответственно, тоже, опять-таки, ссылаюсь на ту же книжку, которую только что сказал Наталья Зубарева, «Кишка всему голова». У ребенка с рождения камни в желчном. Что могло стать причиной? Не знаю, не могу сказать, надо разбираться. То есть явно, что почему-то был застой желчи. Почему и у ребенка прямо с рождения застой желчи? Я не могу сказать, надо смотреть и разбираться. Естественно, причина какая-то есть. Сало полезно? Да, сало очень полезно. Сливочное масло.
сало, яйца, икра всевозможная, рыбья. Это очень полезные продукты. Одни из самых полезных продуктов. Полезно ли утром есть сало для печени? Друзья мои, принцип очень простой. Если хочется, да, если хочется, ваше тело просит что-то, да, то это будет хорошо, это надо есть. Если у вас голова управляет, а не сердце, да, и вы слушаете голову, то исходя из всяких схем, пытаетесь напичкать свое тело чем-то, тем, что вы думаете полезно, да, ничего хорошего из этого не выйдет. Наши предки говорили, у них была такая поговорка, что в пузо полезно, полезло, то и полезно. Понятно? То есть, что организм попросил, то будет полезно. Воспаление 12-перстной кишки бывает по многим причинам. Первое, основное, это как раз застой, ненормальная работа 12-перстной кишки и желудка. Вот, и, естественно, все застой вот этих выбросов из поджелудочной и из желчного. Если очень большой живот, можно ли применить висцеральный массаж? Не можно, а нужно. Вот. Если большой живот, то это показатель того, что у вас живот напряжен. Его надо расслаблять. Висцеральный массаж как раз расслабляет. Вот. И практика показывает. Вот ложится человек, например, ко мне на кушетку. Живот у него вот так торчит. Да? Расслабишь животик, он сразу западает туда. Живот становится в 3 раза меньше. Он торчит именно потому, что напряжен. И как раз висцеральный массаж и помогает его расслабить. Помпаж при калькулезном холецистите можно делать? Можно. Повышенные показатели АСТ и АЛТ говорит о том, что у вас идет застой желчи. И опять-таки билирубин попадает в кровь. Вместо того, чтобы выбрасываться с желчью в 12-перстную кишку, он попадает в кровь. Ой, друзья мои, давайте уже, наверное, заканчивать, уже без 20. Я очень вам благодарен за то, что вы пришли и прослушали то, что я вам рассказал по поводу вот этих очень важных органов в нашем теле. Вот, еще раз вас просто призываю, на самом деле это очень важно всем, кто хочет, не всем, тем, кто хочет быть здоровым, просто ну, жизненно необходимо научиться делать висцеральный массаж. Поэтому, пожалуйста, призываю вас, научитесь самовисцералке. То есть сложного ничего нет, вот, но это надо делать. Да, контакт в Москве тот же самый, прежний. Все вопросы там у организатора есть, задавайте, она все вам скажет. Вот. Ну, еще раз, друзья, всего вам доброго. До встречи в следующую среду. Ну, надеюсь, что та информация, которую я вам дал, она вам будет полезной и пригодится еще и не один раз в вашей жизни. И вам, и вашим близким. Поэтому распространяйте эту информацию, рассказывайте своим знакомым о том, как на самом деле все устроено. Потому что, к сожалению, еще раз повторяю, даже большинство докторов вот половину того, что я вам сегодня рассказал, не знают. Потому что медиков этому не учат. Все совсем не так, как им рассказывают. Благодарю вас, благодарю. Всего доброго. До встречи. Пока-пока.